К другим темам. Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев. Он отметил, что Атамбаев намеренно собрал у себя людей дома, заплатив каждому от 1000 до 3000 сомов. Глава спецслужбы отметил, что экс-президент полностью подготовил свой дом для защиты, установив решетки на окнах и дверях. В ходе обыска в его доме были обнаружены снайперская винтовка, 2 цинковых ящика по 480 патронов, кроме того, 5 винтовок и пистолеты. Напомню, 7 августа вечером в доме бывшего президента в Койташе произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников Атамбаева. В результате погиб зам руководителя спецподразделения «Альфа». Больше 40 человек получили ранения. 8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева и поместили в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Ему предъявлены обвинения в использовании оружия, организации массовых беспорядков, препятствовании следствию, захвате заложников, убийстве человека и попытке убийства.